Депутат Московской областной думы Владимир Жук посетил Ленинский муниципалитет с рабочим визитом. Его цель – проверка целевого расходования денежных средств, выделенных общественной организацией инвалидов Ленинского района из фонда депутата. У нас стояли наглухо глухие решетки. Не дай бог, какая ситуация, мы не выскочим. У нас теперь стоит решетка с замком, открывается. Как положено. Да, как положено. Пожарные придут, проверки. У нас все как положено, благодаря вам. Несмотря на беспорядок, который царит в комнатах, настроение у всех приподнятое. Идет активная подготовка к ремонту помещения. В прошлом году депутат Московской областной думы побывал в этом небольшом помещении на улице Советской впервые. Тогда же он принял решение помочь организации и профинансировал установку новых пластиковых окон. Были выделены средства из депутатского фонда. Как только они у меня появились, то они сюда пришли. И на эти средства сегодня видим, что были заменены пластиковые окна. То есть это как бы начало всего ремонта. И теперь другие добрые люди будут продолжать ремонт. И в течение месяца, я думаю, здесь все уже преобразится. Новые окна во всех комнатах установили в конце декабря перед праздниками. А в этом году к почину депутата подключилась администрация Ленинского района, которая профинансирует дальнейший ремонт. В ходе визита руководство общественной организации инвалидов преподнесло гостю несколько подарков от своих подопечных. Это Федорова Дарья, да, своими руками написала эту картину и просила вам передать ее. Она учится в колледже в нашем, да, ей 16 лет. Помещение, где сидят сотрудники, уже давно требовало ремонта. Сейчас организация, существующая почти 30 лет, объединяет более 800 человек. И многие из них являются здесь частыми гостями. Здесь мы проводим мастер-классы для детей, чаепития для активистов. И здесь постоянно у нас народ. Вчера выдавали продуктовые наборы, поэтому у нас постоянно народ идет к нам. Помимо новых окон в помещении организации планируется поклейка обоев и побелка потолка, смена напольного покрытия, установка новых межкомнатных дверей. В дальнейшем будет приобретена новая мебель и оргтехника. Мы объезжаем опять-таки вот эти общества, собираем заявки, увидим, какая они действительно потребность, потом все это обрабатываем, систематизируем и составляем уже план. И вот сейчас мы приехали не для того, чтобы тоже просто посмотреть, а посмотреть, что еще нужно сделать для того, чтобы продолжать работу. Также Владимир Жук отметил, что в приоритете при распределении средств депутатского фонда общественные организации и люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию.